Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Пересадки в разгаре. Пересаживаю, черенкую пеларгонию. Вон там подписываю сразу стаканчики, готовлю, а потом просто насыплю землю. Земля у меня грунт, который я пропариваю обязательно в микроволновке, добавляю немножко водички и затем хорошо пропариваю, потом вот здесь остужаю и пользуюсь. Грунт у меня Терравита, но это самое лучшее, что я могу найти. Перепробовала несколько видов. Ну, ничего особенного. Короче, процесс идет. Еще тепло, хорошо. Я убрала часть цветов с этой полочки. И вот здесь очень удобно проводить все манипуляции по пересадке. Температура где-то 20-23. Бывает и 25. Но сегодня пасмурно. Пасмурно, и даже брызгал дождик. Ну, в принципе, так. Хорошая погодка. В общем, вся я в работе. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.